Всем большой привет! У меня день рождения сегодня. Вот такие шикарные букеты мне подарили. Это букет от мужа. Здесь две очень-очень ароматные лилии. Вот они у меня стоят на кухне и пахнет аж до коридора. Я даже не преувеличиваю. А этот букет мне подарил мой брат. Три розочки. И вот такой зеленый декор. Розы очень бархатные. Очень долго стоят. Такие, не знаю, это хризантемы, что ли. Я не очень разбираюсь в названиях цветов. Это букет мужа. Тут получается 1, 2, 3, 4 вида разных цветов. Лилия очень ароматная. День рождения мы отмечали скромно. Мы попили чай всего-то навсего. Брат приехал, меня поздравил, мы сели чай попить. Это торт Прага. Я его покупала в Магните. Очень вкусный, мне очень понравился. 340 рублей он стоил. Берите, не пожалеете. Бисквит очень-очень нежный, неприторный. Очень вкусный, мне понравился. Если вот будет у меня какой-то стоять выбор между несколькими видов тортов, я выберу Прага. Посмотрите, какой кошмар у нас творится на улице. У нас снег. У нас то град, то снег уже который день. Сегодня на минуточку какое? 3, по-моему, июня. Вот у нас снег идет. Вот тебе и погода. Смотрите, какой ветрище жуткий. В Ханты-Мансийске было жутчайшее наводнение. Такой ливень был, что затопило дома, вот частные дома. Люди ходили по колено в воде в своих домах. Затопило все. У нас, конечно, такого ливня не было, но вот у нас был утром град. Вот на камере не сильно видно, но у нас сильные такие хлопья снега идут. Кошмар. Вот тебе и лето. Это град? Нет, это снег сейчас идет. Град был до этого. То дождь, то град, то снег, то вот такое ветрище. Кошмар. У нас что, зима будет? Да, заново зима. Сегодня 4 число. Вот у нас потеплело. Посмотрите, у нас весь участок в одуванчиках. Какая красота. Смотрите, все в одуванчиках. Красотища. Но ветер холодный, ледяной, прям пронизывающий. Ну, вон, видите, в каком одеянии ходили в магазин сегодня. Все в одуванчиках. Какая красота. Я люблю вареники. Такие красивые. Захотела вареники с капустой, но подумала, что будет не очень сытно для мужчин. В общем, у меня здесь поджаренный лук с чесноком, специи, любые какие хотите, можете добавить. Я добавляла для мяса какие-то. Вот. Потом у меня был каркас курицы, я его отварила и обобрала, и вот у меня с мяском получилось. Здесь тесто самое обыкновенное, пельменное, пресное. Вот. Я хочу, ну, чтобы не совсем уж обычно прям было, хочу обжарить эти вареники. Вот. И, как сказать, проварить, что ли. Ну, в общем, соусом залить. У меня есть соус от Маги там. Вот, я его сделаю пожиже. И либо полью им, либо как бы в сковородку добавлю туда, где будут у меня вареники. Вот, в общем, посмотрим потом. Скорее всего, наверное, я полью, потому что пока муж у меня придет с работы, они там расквасятся. Вот, подам политые вареники. Кто захочет, будет со сметанкой, с майонезом кушать. Вот, начинка получилась достаточно такая
как сказать, со стринкой, с перчинкой. Вот, пикантная такая. Вот, думаю, что будет вкусно. Вареники я обжарила, и красавцы. Так, и вот здесь я готовлю соус. У меня, как я и говорила, был вот такой соус от Маги, сливочный карбонара. Вот я его развела в бульоне, в курином. Добавила сюда зелень сухую. Гранулированный, так, и 5 столовых ложек сметаны, и вот такой густой у меня соус получился. И все, кто захочет с соусом, кто захочет просто со сметаной, будет кушать. Калорийно не очень полезно, но уверяю, это очень вкусно. Я один вареник попробовала без соуса, он очень вкусный. Мини чебуреки такие. И капуста, и мясо. Очень вкусно. Вот такой густой соус у нас будет. Получилось очень сочно, вкусно. Необычно. Попробуйте. Кому надоела уже обыденная еда, можно вот так разнообразить. Все, всем приятного аппетита, всем пока-пока.